Что, поработаем? Берем вот такой холстик. Отличный, большой, льняной. Вовлекаем силы огня. Земли. Водичка есть. Воздух есть. Начнем. Будем работать акрилом сегодня. Сделаем компоновочку. Будет мистический полупегас, полуединорог накануне Пасхи. Это будет интересно. Попробуем сделать потеки. Собственно говоря, компоновочка есть. Мой пегас-единорог будет черным, поэтому фон выберем поярче. Набросаю контуры и не буду себя стеснять в цветах. Ушки, рог, гордая осанка, это контуры. Посмотрим, что будет дальше. Это символы, которые я закрашу, но они что-то означают. В данном случае достаток и счастье. Ну что, имеем некоторый фончик. Сейчас он подсохнет и будем сверху работать основным слоем, отбрасывать сюжет.